Царство растений. Прорастает сквозь снежок к солнечным лучам цветок, маленький и нежный, беленький подснежник. Подснежник считается самым первым вестником весны. Подснежник – единственный цветок, который выживает холодной ранней весной. Название подснежник связано с ранним цветением растений. Цветы появляются из-под снега, чтобы рассказать о скором приходе весны. У подснежника только два узких листа возле короткого стебля. Лепестки похожи на капли, а цвет белый и имеют зеленое пятнышко с самого края лепестка. Расцветают подснежники в конце марта, начале апреля. Замечено, чем прохладнее погода, тем дольше цветет подснежник, почти целый месяц. Беззащитный цветок наделен выносливостью, может выдержать даже 10-градусный мороз. Даже если уже на бутоны выпадает снег, он не убивает их, а просто немного прижимает тонкие побеги к земле. После того, как снег растаял, цветы снова выпрямляются и продолжают расти, несмотря ни на что. Научное название подснежника – галантус, и переводится как «молочный цветок», потому что нераскрытый бутон подснежника похож на каплю молока. Перевод самого слова «подснежник» в разных странах различается, но смысл всегда связан с особенностями весеннего цветка. С английского – снежная капля, с французского – пронзающий снег, с немецкого – белоснежный колокольчик, с чешского – снежинка, с испанского – белая снежинка. Вообще, вид подснежников насчитывает в себе около 18 различных видов. Его можно встретить растущим на территории Крыма, Кавказа, растет он в Европе и Малой Азии. Подснежник – луковичное растение высотой 10-15 см, являющееся многолетним. Размножается луковицами и семенами. Цветки подснежника раскрываются днем и дают чудный аромат, пока светит солнышко. Когда наступает вечер и холодает, цветок подснежника закрывается и как бы ложится спать. Как и у других растений, у подснежника есть свои враги. Кроты и мыши роют свои норки и лазейки, повреждая луковицу цветка. А бывает, что некоторые мыши вообще забирают к себе в норку выкопанную луковицу. Слизни и гусеницы также любит полакомиться луковицами подснежника. Несмотря на то, что эти цветы выглядят хрупкими, подснежники могут себя защитить. Луковицы подснежника ядовиты. Они содержат вещества, которые представляют опасность и для человека. Подснежники растут на одном месте на протяжении многих лет, разрастаясь очень быстро. Образовывают большие цветущие островки. Опыляются подснежники не только пчелами, но и другими насекомыми, бабочками, жуками и даже мухами. Если увидите подснежник в лесу, наслаждайтесь красотой подснежников, не срывайте их. К сожалению, дикорастущих подснежников становится все меньше на нашей планете, и они занесены в Красную книгу редких и охраняемых растений. Любопытно, но у цветка есть свой праздник. В середине апреля, 19 числа, отмечают День подснежника, посвященный сохранению красивого весеннего растения. Впервые День подснежника появился в Великобритании в 1984 году. Дата празднования 19 апреля была выбрана не случайно. Именно к этому времени цветок успевает раскрыться и показать нам всю свою красоту.
Давайте же будем беречь окружающую нас природу. И не только подснежники. Природа очень красива и разнообразна. Но есть один большой минус. Она не бесконечна. На этом все. Прощаюсь с вами. До скорых встреч!